Майнины с вами. Все любят Undertale. Ты любишь Undertale, я люблю Undertale. Повторюсь, все любят Undertale. Ну, а те, кто не любят, они просто еще не признали этого. На самом деле, все это шутка. Кто-то любит, кто-то не любит, но вышла фанатская игра, которая называется Temmie, Omega Temmie. Это странно, потому что был Omega Flower, теперь Omega Temmie. И мы видим сейчас главный экран. Temmie Temvruld. Я-я-на-на. Как понимаю, я-я это да, на-на это нет. Окей, Зет. Ой! Это я твой лучший друг Temmie. Да, я Temmie. И я твой лучший друг, ты мой тоже. Я им большое тебе спасибо. Я рили хор, короче, очень сложно, там что-то ей тяжело, больно. Ого, как же сложно читать то, что ты еще... Ты якобы английский понимаешь, но это сложно прочитать. Короче, что-то... Она хочет, чтобы мы умерли. Бой! Я хочу на колледж, а ты такой козел мне не дал на колледж. Все, и она нас хочет убить. Давайте все это пропустим, потому что я тупой. На самом деле, мы не для почиталок сюда пришли. А знаете, что я хочу сделать перед тем, как начнется? А сейчас начнется? Реклама. Хой, магазин открыт, жду покупателей. Эх. Temmie, что случилось? Никто не пришел в мой магазин. Все монстры теперь выиграют вещи на Runbox. Где? Runbox — это сайт, где ты можешь выиграть почти все. iPhone 10, PlayStation 4, видеокамеру и многое другое. Оп, выиграл экшн-камеру. Ну, если она тебе, например, не нужна, никто не мешает ее продать или сделать контракт обмена, где ты из дешевых вещей получишь более дорогую. Но мне нужно копить деньги на колледж. Как раз для тебя есть бесплатный кейс, который можно открывать раз в день, и специальная ссылка в описании, которая дарит тебе 50 рублей и плюс 20% на первый депозит. Тем хотеть перейти по ссылке в описании. Реклама закончилась. Чё? Давай, давай. Мы Temmie помогли на колледж собрать, как бы, настоящий Temmie. Это вот фейковая Temmie. Мы с ней бороться. Господи, чем она стреляет? Это что такое? Это похоже, знаете, на что? Это похоже на какие-то разноцветные, знаете, игрушки для котов. Или, может, это... О, господи, она кидает своими дипломами, которые с колледжа. У нее целых 3 диплома, 3 высших образования. Так-то, слышь, говорит, на денег на колледж не дали. Еще и пишет безграмотно. Господи, как их обучают там? Что это такое? Что это за... Типа это хлопья Temmie, как я понимаю. А то, что было такое, тоже хлопья Temmie. Еще какие-то странные морды слева и справа. И Temmie такая, и куча Temmie вокруг. Зато у них туса, конечно. Окей, опять какие-то штуки непонятные. Ребята, если вы примерно представляете, что за фигня, которая на меня стреляет, напишите об этом, пожалуйста, так интересно. Я хоть не умру. Надеюсь, не умру. Опа-на, о, первая душа, замечательно. Надеюсь, там будут хилочки, как полагает. Ой-ой-ой. Как я понимаю, тут можно будет умереть, это не как в обычном Undertale, поэтому будем аккуратненько играть. Та-та-ра-та-та. На самом деле тут довольно легко. Просто подлавливать ритм надо. Та-та-та-та-та-та-та. Ай, блин. Ай, за точку в сердце никто не вечен. Вот. Вообще в печень, а не в сердце. Ну, у нас сердце. Ух ты, ёпта! Ох, приход-то словили-то какой. Что это такое? Ой-ой-ой-ой, а что это? Что это вообще? Упаковка типа или че? Не могу разобрать, что это. Нажмите на стоп-кадр, напишите в комментах, что это за фигня была. Опять своими дипломами дорвется. Как говорится, дипломы больше ни на что и не годны, кроме как ими драться или использовать как подставку для чашки. Ой, ого, она стреляет Temmie. Temmie стреляет Temmie. Оно же довольно все легко. Опа. Опа. Давай. Опа. А, ой. Ой, так, все нормально, нормально, мы живем. Господи. Господи. Temmie, не надо меня трогать, пожалуйста. О, оранжевая душа. Интересно, что будет там. Окей, хорошо. Ай. Мяу, словил. Ну, это в этот раз было очень быстро. А, ну, понял, окей. Блин, не успеем его собрать, а? Хотя мне хватит. Вот, что? Бомбы лапки с Temmie. О, ужас. Temmie суицидники. Ох уж эти Temmie.
Говорили, Тэмми, не входи всякие организации странные, запрещенные в России. Они входят. Не входят. Ой-ой-ой, еще, наверное, телеграммом пользуюсь, отвечаю. О, пусть через VPN вот эти свои... О, она зависла справа, видите? Ой-ой-ой, что, там что, пистолет реально? Да, там пистолет какой-то странный, не вижу какой. Похоже на разноцветный. Скин, как скин в CSGO, как это называется. Радужный такой, господи, забыл уже. О, отлично. Кушай меня, Тэмми, на. Ом-ням-ням. Вот это у Тэмми весело. Не, у них туса, у них всегда туса. Даже во время боя у них туса. Так, лапки. Так, вот они... Ой-ой-ой, что-то они с разными скоростями летят. А что у вас так много? Ребята, ребята, потише. Ну, сейчас, по идее, все должны... Опа. Давай, превращайтесь в нормальных. О, все. Ну, тут, в принципе, все очень похоже на обычный бой с Омегафлауи. Просто все это переделано под Тэммиевский лад. Ну, это прикольно, это прикольно. Так, сворачиваемся. А! Блин, ну вот эти штуки, во-первых, тут у них хитбоксы больше, чем у тебя сердце. Деньги, можно их взять? Я нельзя их взять. Ну ладно. Может как-то. Какая-то самая бестолковая атака на самом деле. Окей. Типа, я ж даже не подхожу, и в итоге, получается, даже не летят в меня. Ай, я убегаю. Вы меня не словите. Хах, кек, словили. Два раза. Ну, я молодец просто. Забываю, что не уходить в сторону. Вот на... По диагонали, да, просто вправо было отходить. Хорошо. Ой-ой, это фигня наносит урон. Чего? Дэми бластеры? Окей, такого я не ожидал. Так, они вроде по очереди стреляют просто. А, ну тут все просто довольно. А, не, не по очереди, вот, не начали меня. А, ну, все просто. Нормально. Все, опять. Комочки с Тэмми. Интересно, будет ли новый какой-то тип атаки? На этом гастер бластер с этого сорта. О, снова. Снова пользователь телеграмма, проверяйте. С VPN-ов. Так, боже мой, опять вертуху крутит свою. Ну чё ты этим докажешь мне, Тэмми? Чё ты мне докажешь? Эх, а было бы нормально, я тебе тоже подсказал, как... Получить классные вещи на рунбоксе. Эх. Ням-ням. Ай-яй-яй, не. Не-не-не. Ой-ой-ой, чё-то я вообще запутался, что-то происходит. Вокханалия! Оп, увернулся. А если стоять на месте? What the fuck? А я не понял, как они появляются? Типа, рандомно? А я могу на них урон носиться? Не могу. Так, я что-то не пойму, а что это вообще такое летает? Реально, какой-то серпантин непонятный. Похоже на... Знаете, вот эти упаковки с огоньками, которые зажигаешь, они такие блестят. Это вот как они называются. Фейерверки маленькие. Или как они там? Такие палочки с мини-фейерверками. У меня вылетело с головой. Господи, тупею. Я просто тупею на этих реакциях. О, кстати, внизу в пакетике написано Тэмми, только заметил. О, господи, куда ты акт улетел? Что его там нормально он вообще. Сквозь пространство и в... Как это ловит? Ладно, будем пытаться... Но я чтоб... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как-то две атаки сразу, это не очень честно, ребята. Тут вообще не увернулся. Надеюсь, я не умру сейчас. Оно опять зависло. А? Не надо, все, успокойся. Нет, а что, у вас так много стало? Интересно, ее можно будет потом убивать? Или она такая, а, ну ладно, все, я тебя не буду убивать, иди в жопу. Я Тэмми, я классно. Вот я не пойму, у тебя вроде бы есть три высших образования, зачем тебе опять деньги на колледж? Он опять за деньгами пошли. Нормально так, можно отдохнуть, размяться, шейку там это, похрустеть шейкой. О, а, микрофон еще ушатал, молодец. Пальцами похрустеть, ну ладно, уже нельзя. Извините, что микрофон ушатал, наверное, вам это было громко. О, желтая душа, замечательно. Чё это за вертолет? Самолет, точнее. О, ай-яй-яй. Прикольно. А-а-а, ребята. А может потише? Я умер.
А как это заворачивается? Вопрос. Как это бьет так? Непонятно. Кузя вильне вербит темс. Никогда не убьешь Тэм. Она будет на ха-ха смеяться. А, она просто... Ну, здравствуй, Тэмми. Все, это конец. Я заново должен тебя проходить. Серьезно? Я не хочу проходить заново. А, ладно, придется мне пройти заново. Но я вам обрежу, чтобы вы это не видели. Вот так сделаю. Фух, вроде бы я вернулся к этому месту. То мне еще суждено только понять. Ага, вот так вот это работает примерно. Плюс-минус я это начал понимать. Но все равно, однако... что это за обман? Что за, блядь? Как мне от этого уворачиваться, ребята? Как мне от этого уворачиваться? Что, тут даже не по... Нет, все, с меня хватит. С меня хватит, типа, я до сюда дохожу... Несколько раз уже доходил, и еще раз умер. Я устал, с меня реально хватит. Это атака конченная. Она конченная. Разработчик, сделай что-нибудь с этим. Если меня видишь, за это атака конченная. Она нелогичная. Она не поддается логике. Она наносит урона как-то дико много. И я не понимаю ее. Ладно, ребята. Подписывайтесь на меня, там ставьте лайк, если тут впервые. Посоветуйте какие-то еще игры с Game Jolt или с других сервисов. Связанный с Undertale. Будьте молодцами. Всем удачки, всем пока-пока.